Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Раменском набирает обороты. Выездные мобильные пункты работают в самых многолюдных местах. Возле ДК «Сатурн» вторую субботу функционирует выездной комплекс. Причем работа медицинских сотрудников организована так, чтобы второй компонент прививки люди могли получить в том же месте, где им сделали первый укол. Значит, мобильный комплекс у нас уже стоит здесь вторую субботу и будет продолжать также каждую субботу ждать своих посетителей с 10 до 16 для вакцинации коронавирусной инфекции. В прошлый раз было 80 человек за весь день. В этот раз мы еще не закончили, но уже сегодня 35 человек пришли. Провели мы осмотр, у нас есть врач-терапевт, я принимаю. Нас помогают волонтеры и в мобильном пункте медицинская сестра эти уколы проводит. Профилактическую вакцинацию от COVID-19, по словам специалистов, делают люди разных возрастов. Есть и такие, которые приходят целыми семьями. Всем привившимся пациентам сообщают, что на 21 день они приходят сюда же, в мобильный комплекс. При этом не нужно заполнять много бумаг, просто пройти осмотр у терапевта и получить второй компонент. Конечно, могут быть такие люди, которые не смогут прийти в этот день. Всякое случается. Вот они смогут прийти или на следующую субботу, или, если им удобно, могут подойти и в свою поликлинику по месту жительства, в Раменскую ЦРБ или на Крымскую в поликлинику, или где у нас еще есть пункты мобильной вакцинации. Вакцинация от коронавирусной инфекции имеет ряд противопоказаний. Естественно, это гиперчувствительность и тяжелые аллергические реакции на прошлые вакцины. Если отягощенный аллергический анамнез. Ну, больше я так даже не скажу, но обострение хронических заболеваний, но все пациенты и так знают, что при острых инфекциях, когда насморк, кашель, температура, прививаться не нужно. Нужно подождать 2 недели, чтобы выздороветь, а потом можно снова прийти. И хочу особо отметить, что граждане с хроническими заболеваниями, которые старше 60 лет, они находятся в группе риска, и поэтому им нужно в первую очередь приходить сюда и делать вакцину от коронавирусной инфекции. Здесь осмотр терапевт, все объяснит. Если какие-то противопоказания или обострения есть, конечно, их прививать не будут. Но они в группе риска, и поэтому их нужно в первую очередь нам сюда приглашать. 50-летний Виталий, житель Раменского, решил обезопасить себя и своих близких. Поэтому решил сделать прививку от COVID-19. При этом, по его словам, мобильный комплекс расположен в удобном месте в центре города и работает по выходным дням. Очень удобно. Стоит автобус. Приходите, отдайте документы, паспорт, там, полис, заполняйте анкету и вакцинируйтесь. Видимо, будет все нормально. Мы приглашаем всех жителей нашего Раменского района, и не только, все, кто находится здесь в Раменском, прописаны, не прописаны, граждане России, приходить к нам сюда по субботам в мобильный комплекс с 10 до 16 часов с паспортом, с полисом и с НИЛСом для прохождения вакцинации. Антон Карташов, Алена Иванова для программы «Городские вести».